Сегодня какое число? 29. 29 июня. Выбрались на первую рыбалочку, не, на вторую рыбалку с ночевкой на наше старое место, где мы в прошлом году вещей таскали. Помаленьку раскладываемся, варим крупу. Один подлещик уже в зачете есть. Не видно, наверное. Сюда. Один уже в зачете есть. И тут что-то на этой дергает, подергивает, подергивает. Может быть, уже мелочь какая висит. Надо. Будешь проверять? Да. Сейчас проверим, посмотрим. Может, щегол какой подсел. И после всему. А вот не подсел. Плохо вниз не спуститься сильно, но мягкое. Близко не подойти к воде. Приходится с уступов. Погодка неплохая, временами гроза, дождь, ну так вроде ничего, терпимо. О, у тебя бомби, смотри как. Ух ты ж, вот это поворот. Не, у меня ни хрена. Опа. Опа. Ага. Так, где камера? Подожди. Куда я бросил камеру? А куда-то сюда. Вот. В общем, самый ответственный момент, как обычно, клюнуло. В общем, вот такой вот. Да уже неплохо. Лещец попал. Хорош, хорош. В общем, рыбалка идет. Ну ладно, все, на связи. Так, что-то вроде была поклевочка. Дергай. Ну давай. Что-то тянет. Что-то, нет, нет, ничего. Блин. Вот же. Беда, клюнул-то хорошо. Вообще хорошо. Обманул. Обманул. Ну, такой не отключается. Короче, идет гроза на нас. Нехилая, походу. Нехилая, ага. Вот такие вот дела. Ну, под нее в любом случае она над нами пойдет. Ну, будем в палатке пережидать. Надеюсь, это нормально. Сыкотно, конечно. Ну а что делать? Выбора-то у нас нету. Сейчас видишь, дождь пройдет, намочит, еще куда-то спустишься вниз, грязище будет. Вот это вот еще плохо. Клюет, что ли, меня? Обалдеть, да? Смотри. Фронт такой. Ё-моё, офигеть. Страшно? Дождь пошел. Вот такая вот вакханалия творится. Страшно, страшно.
оперный театр. И вообще. Так, время 12:30 ночи. Краса была страшная. Надеюсь, это все. Надеюсь, она больше не повторится за эту ночь. Потому что мы, блин, натерпелись тут. Много-много всяких нехороших вещей. Сейчас вроде. Страху затерпелись. Страху-то было. О-о-о. Да. Такие вот дела. Ну, будем ждать рассвета. Надеюсь, дождемся. Угу. Ну ладно, связь. Ну что, время 4 утра. Пережили мы эту грозовую ночь. Вроде нормально. Погодка сейчас не очень. Но будем надеяться, что разъяснится. Вот, короче, такие дела. Ночью выходить приехали. На машинах вот стоят. Ой. Ну что, будем дальше рыбачить. Ночью вон две удочки, показывала Арна, две удочки сбила. То ли сдуло, то ли черт кто знает. Будем сейчас как-то вытаскивать. Неохота. 5:35. Рыбалка продолжается, потихоньку клюет, вот такие вот подлещики, потихоньку, помаленьку идет дело. Вот такой вот. Угу, будешь много скраб, будешь печеньку? Ништяк. Нормально. Идет рыбалка? Да. Так же передай. Вышпуливай его. Вот и все. Вот ракета. Цени. Вот, неплохой такой. Здорово. Конечно. Хвороста. Блин, после дождя все равно сырое все. Еще не высохло. Ну, посмотрим, чего тут.
Вон он лежит. Вон он лежит там. Где-то. Не-не-не. Так, держи его. Держи. Загружу. Ну да. Давай, давай. Вот это лещара. Нормально. Ну, как? Да, пойдет. Пойдет вполне. Ладно. А рыбонька моя. Ничего, поклевывать. Время, говоришь, сколько? 10 час. Ты можешь поклевать, как ты сделаешь. Потихоньку идет рыбалка. В общем, как-то так. Красота на речке, хорошо. Да? Ну? На речке, говорю, хорошо. Да. Вот так вот. Вот так вот, абсолютно. Там плавают, ну, кто-то. Может, знаете, на кольцо ловят? Может быть. Если за кольцо. Не-не, дергай, дергай, давай. Опа. Очередная поклевочка. Тянем, потянем. Надеюсь, вытянем. О. Он лежит на бережку. Все, ушлепал в родную стихию. Помаши хвостиком, говнюк. Плохо затопился. Ну ладно, такое иногда случается. Очередная поклевка. Петр берет спиннинг и активно наматывает шпулю. Мы все в нетерпении. Что же он вытащит из пучины данной речки? Что же он тащит? А тащит он подлещика. Ну-ка покажи. Вот он, красавчик. Ну вот, напоследок поймал. В общем, время 12 час начала. Собираемся, короче, потихоньку. И до дома. Как-то так. Ну что ж, все, почти собрались. Фух.
опять тучи идут, как бы под дождь не попасть. В общем, улов вот такой вот получился. Вообще зачет не улов. Парочку хороших есть лещицов. Нормально. В общем, не зря съездили. Да? А то ж. Ну ладно, все, собираемся.